Вы с ней ведете грубовато. Она на вас обижается. Ну, она обижается на всю семью. Я вижу, что папа стал. Ну, потому что с ней надо понежнее как-то, помягче себя вести, вот так вот. Да, потому что она неправильно живет. Она, ей трудно сейчас, у нее плохой период в судьбе идет, и она на всех обижается постоянно. Можете просто в сердце, если чувствуете, не справляетесь, можно в сердце молиться за нее. Есть два способа общаться с людьми. Один способ через сердце, через молитву, а второй способ напрямую. Если напрямую вы не можете, у вас нет сил, общайтесь через сердце. Бог вам будет говорить: молодец, нормально, вы будете удовлетворены даже этим. А так просто: здравствуй, мама, и желаю тебе счастья, там все прочее, вот так вот.